Коллектор под два карбюратора, да, Саш? Да. Ну, есть, а такие, есть, такие. Есть такие. У меня это стоит от ЧЗ. Одну большую. Не такой, так. Как я вот совсем. Ну что, пробуем завести сначала. Лишь вот сколько быть там. Ну, обрезал, обделал херню. А чем ты что самое? А бокситки делать их не могу сделать? Нет, смоловой бокситный, да? Да. Просто я бокситкой одной пробу ни разу не получилось. Нет, бокситный смоловый, да. А не, а если бокситная поклевка? Со стеклотканью. А, просто обклеивать надо и промазывать, да? Я понял, она не держится ни хера, что тюрьму. Ну, просто на, обтисни меня, обклеивать и промазывать просто обклеиваешь, да? Нет, а ее зачищаешь, но, чтобы убрать но, жир, все, чтобы но. Там... И потом берешь, вот, ну, там, скажем, если большая щербина, стекляшка, стеклоспоклевка есть такая специальная, но. И там со стекловолокном. Ее тут намазываешь и полиэтиленом с двух сторон чик прижал. Она под полиэтиленом высохнет. Потом зачищать. Да, и потом обрабатываешь все как обычно. Винца кубочки. Не, ну вин хороший, если бы я не угробил. А видишь, у него на барабан лыжи наставишь. Ни один, ни второй показывать. Мне два не показывают. Так. Ну факт, что. Ну вот они идут, как-то. Это под лапу вот идет, да? Вот они идут. Да. Вот эти, нет, вот эти. Ставил обыкновенные провода, ну просто берешь чуть побольше свечения. И просто одинаковые длины, работает, да? Один и второй, да. И работает. Нормально. Нет, ну,